Эфир продолжает новости компании с Кириллом Токаревым. Здравствуйте. Начнем с главных новостей Дальневосточного экономического форума. Коротко, Русгидро и ВТБ договорились о сделке на 85 миллиардов рублей. Соответствующий документ был подписан главой Русгидро Евгением Додом и председателем правления ВТБ Андреем Костиным. АФК-система договорилась также о продаже доли в детском мире с China Investment Corporation. Об этом сообщил основной акционер АФК-системы Владимир Евтушенков. Идет due diligence, после этого будет принято решение, отметил он, дождались. Суммарный объем сотрудничества Роснефти с китайскими партнерами с учетом взаимного товарооборота и уже заключенных контрактов до 35 года составит более 500 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент Роснефти Игорь Сечин, выступая на Восточном экономическом форуме. Также продолжаем заявлениями с этого форума. Компания «Алрос» не испытывает проблем в связи с ослаблением национальной валюты, однако может снизить прогнозы по объему продаж и ценам на алмазы в октябре. Об этом заявил в рамках экономического форума в Владивостоке президент компании Андрей Жарков. Ситуация на рынке, по его словам, непростая. Объективно того спроса, который ожидали, нет. Но, впрочем, от планов досрочно погасить миллиард долларов долга компания не отказывается. В этом году мы точно совершенно планируем погашение полмиллиарда долларов, то есть порядка 500 миллионов долларов, это запланировано погашение. Действительно, мы предварительно рассматривали вопрос о возможности погашения миллиарда долларов, который в том числе включает досрочное погашение. Но мы решили, что ближе к октябрю-ноябрю мы вернемся к этому вопросу и посмотрим, что вот на этот момент будет происходить на рынке капиталов и что будет происходить с выручкой компании. Никелевый завод в Норильске полностью ликвидируют в 2016 году. В Норникеле поясняют, модернизация этого производства, открытого, напомню, еще в 1942 году, невозможна. В январе прекратится поступление концентрата, а к концу года предприятие полностью законсервируют. Для сотрудников, которые решат продолжить работу в Норникеле, заработает программа по переобучению. Будут разработаны меры поддержки для тех, кто компанию решит покинуть. Норильский никель также реализует целый ряд проектов, призванных значительно улучшить экологическую ситуацию в регионах присутствия. Компания направит более 50 миллионов рублей на строительство, например, визит-центра заповедника Пасвик Мурманской области. А в следующем году начнет реализацию так называемого большого серного проекта на Надеждинском металлургическом заводе. Это проект по утилизации серы, который будет беспрецедентно не только в российской металлургии, но и на международном рынке, потому что ни один из производителей аналогичных металлов ничего похожего еще не делал. У нас есть свои особенности норильские, поэтому этот проект будет уникальным и с научной, и с инженерной, и с социальной точки зрения. Опять к Дальневосточному форуму. Интерес к российским портам, в том числе Владивостоку, проявляют инвесторы из ОАЭ. Как заявил на Восточном экономическом форуме глава компании DP World Ахмед Бен Сулейм, им интересны порты Санкт-Петербурга, Черного моря и, собственно, Владивостока. Правда, сколько сама DP World готова вложить и в какие именно проекты, глава этого портового оператора не уточнил. Конкретных договоренностей пока нет. Владивосток. Владивосток, безусловно, стратегически важен, хотя бы потому, что львиная доля экспорта поступает из Азии, из Китая, Кореи, Японии. Владивосток находится как раз на пересечении экспортных потоков, и он обязан воспользоваться этим преимуществом. Он обладает отличной инфраструктурой, проект поддерживает президент Путин, а для успеха это важно. Лидер страны имеет видение того, как должен развиваться проект. Он говорил об этом и в Санкт-Петербурге, и повторил здесь, во Владивостоке. Это впечатляет и вдохновляет. Помимо всего прочего, много китайских компаний ищут новые рынки, новые площадки. Владивосток подходит им как нельзя лучше. Но Владивосток действительно имеет огромный потенциал, портовый, транспортный, экспортный и прочее. Будем следить за новостями с форума, ну а подробности с форума и не только в нашем паблик-чате в Вайбере. Оставайтесь с РБК.